Сейчас важная информация для тех, у кого ребятишки еще не получили место в детском саду. Если вы уверены, что в ближайшие месяцы очередь до вас так и не дойдет, вы можете написать заявление на ежемесячную компенсацию из бюджета. Она составляет 6 тысяч рублей. Но тогда о муниципальном садике придется забыть. С 14 сентября тем родителям, которые выберут деньги, необходимо обращаться в районное отдел образования по месту регистрации ребенка. Там вам выдадут талон о снятии с учета. А с 1 октября в Управление социальной защиты вы должны предоставить пакет документов. Он достаточно простой. Талон о снятии с учета, ваш паспорт, свидетельство о рождении малыша. И не забудьте реквизиты счета, куда вам будут ежемесячно присылать деньги.